Семейство новейшего Porsche 911 в кузове 992 дебютировало в прошлом году в модификациях Carrera S и Carrera 4S, то есть задним и полным приводом. Теперь же в гамму добавлена и просто Carrera, начальный вариант. Оснащена она примерно так же, как и S-версии, да и внешних отличий найти трудно. Поэтому основная особенность – это сниженная мощность двигателя. Трехлитровая битурбо-шестерка оснащена менее производительными турбокомпрессорами и развивает на 65 лошадиных сил и 80 ньютон-метров меньше, чем Carrera S. В итоге базовый спорткар проигрывает треть секунды на разгоне более мощным S-версии, а улучшить динамику на 0,2 можно, докупив пакет «Спортхрона». Дилеры уже принимают заказы. Начальная цена на 890 тысяч рублей ниже, чем у Carrera S. Закрытая Pagani Huayra версии BC вышла 3 года назад. Модель назвали в честь Бенни Кайолы. Почивший 9 лет назад итальянский коллекционер вдохновил Хорасио Pagani на производство гиперкаров и покупал первые машины. Логично, что вслед за купе последовал и родстер с представкой BC. Открытая версия лишь на 12 килограммов тяжелее купе, а мощностью даже превосходит его. 12-цилиндровый двигатель по заказу Pagani делает подразделение Mercedes AMG. Колоссальную мощность передает на задние колеса 7-ступенчатый робот со встроенным электронно-управляемым дифференциалом. Выход очередной открытой Huayra совпал с 20-летием Зонды, первого гиперкара марки Pagani. Отсюда и число 20 на бортах новинки. Но в отличие от купе, Roadster BC выпустит тиражом не 20, а 40 экземпляров.